Здравствуйте! Мы с вами находимся в Шмелевом. Здесь была раньше речка Шмелевка или Шмелевка, в Шмелевском овраге. Также здесь называется это Орехово-Борисово, западные части Москворечья и Зябликово. Как и большая часть районов Нагорный, Чертаново, Бирюлево, Царицыно расположены в пределах Теплостанской возвышенности на ее северно-восточных склонах. Именно этим определяются основные особенности природы округа и его частей. Описание рельефа Южного округа. Это в основном описание северо-восточного склона Теплостанской возвышенности и долины реки Москвы, в пределах которых расположен округ. Теплостанская возвышенность имеет максимальную высоту 255 метров над уровнем моря. Близ метро теплый стан и в севернем и юго-западе в пределах Южного округа. Вот. Поверхность теплостанской возвышенности расчленена оврагами, балками и речными долинами, значительно сильнее, чем левобережная часть города. Верховья оврагов и балок с разных сторон подступают к самым водоразделам и почти смыкаются близ них. Такой рельеф называется эрозионным. У него две причины – рыхлость пород и большой перепад высот между возвышенностью и рекой Москвой. Значительно реже, в основном в севернее юго-западном округе и кое-где в Битцевском лесу наблюдаются ледниковые формы рельефа. Направленность и упорядоченность долин и водоразделов и на большей степени свойственны именно Южному округу. Хочется вспомнить о Шмелевском овраге в речке Шмелевка, вот где мы сегодня как раз и находимся. В виде временного водотока Шмелевка начинала северо-восточное пересечение нынешних Домодедовской улицы и Орехового бульвара, то есть вблизи вершины Орехово-Борисовского холма. Но теперь верховья засыпаны, протекает и хорошо сохранившийся в долине восток между Ореховым бульваром и Воронежской, совсем рядом с нашим домом. А потом на северо-восток между Ореховым бульваром, то есть КАД. Внизу в пределах долины Городни течет по системе канав сначала на северо-запад, а потом на северо-восток. Проходит вблизи устья через низинное болото, устье, в нескольких сотнях метров от реки Москвы. Принимает справа Садковский овраг, Кузнецовку и Саровский овраг. Слева овраг Лыхина, долина глубоко врезана, уже описана, в 1991 году она объявлена памятником природы. Между устьем Садковского оврага и устьем Кузнецовки обнажены черные юрские глины, над которыми залегают меловые пески. Имеются перелески, дубники, осинники, березники,
а также фрагменты ключевых и приречных болот, пустыри и заброшенные огороды. А сейчас мы с вами вышли из оврага и поднялись. А вот мы подошли к голубятне. Это современная голубятня. Видите уже как? Это голубятня, да? Вот. Смотрите, какое количество голубей здесь. Еще не все голубятни в Москве поубирали. Я только что снимала, как птица... Они... Птица в этом, в небе там. Так она красиво. Вот. Смотрите, какие некрасиво это делает. Интересно, мы поймаем? Но нет. Они взлетают. Вот, она улетела. А это красиво эти крылья делают, смотри. Это почтовые голуби, не просто голуби. Вот красавцы, вот. Красиво. Вот смотрите, Ух ты! А здесь собачки красивые. А здесь туалет. Интересно, он работает, нет? В таком шикарном месте. Прямо отдыхать здесь можно. Рядом с туалетом. Да, культурили. Здесь был просто... Ой, смотрите, сколько их. Надо, да? Голубятни так хорошо построили. Здесь было просто заброшенный обрыв. Овраг. Заброшенный овраг. И так его окультурили. Надо же. Сосны пропали. Это не сосны, это пихта. А может, отойдет еще. Не хотят взлетать, да? Не хотят. Здесь как раз сотрудники голубятни вот-вот свистят мужчины. Представляете? Они как-то свистят, и голуби должны подымать. Вот стоят, видите, мужчины остановились. Не идут на свист. Я не знаю, как они на что... Ой, тут полетел. На что они реагируют. Здесь тоже вход, и там вход, и выход. Прям здесь, оккультурили. Это я только одну часть показала вам. А это же далеко-далеко. Ручей очень длинный. Вот. Вот они. Ух ты. Стоят мужчины, свистят. Вот они как летают красиво. И вот над нами прям. Ага. Беленькая. Вот подсела. Вот над нами. Я не знаю. Я ее снимаю, нет? Ага. Они так красиво крыльями. Они как-то необычные. Это необычные голуби. Они... И так летают, как вот дворовые. Ух ты! Мужчина, который работает, взял палку, чтобы они... О, как красиво взлетели! Ой, какая красота! Как же красиво! Вот они упали. Вот. Смотрите, посмотрите, как высоко в небе. Ой, я не знаю, я могу заснять. Я вообще, вы видите то, что я сейчас вижу над собой. Сейчас как-нет мне. Будет мне кайф.
Вот они, вот. Смотрите, как красиво. Посмотрите. Обалдеть. Вот еще летят. Еще. Ну, красавцы. Не зря мы не ушли.